Мероприятия в честь празднования Дня города продолжились и в воскресенье. На Преображенной улице Ленина была организована церемония награждения участников фестиваля уличного творчества, который проходил каждые выходные. Начиная с мая, мастера, ремесленники, художники, музыканты, поэты дарили свое искусство и талант прохожим, жителям и гостям столицы Полесья. А те, в свою очередь, поблагодарили всех, кто причастен к реализации проекта «Пинская пешеходка» – нового бренда нашего города. Очень интересно, палаточек много, все люди очень дружные, веселые, как бы, ну, очень тепло здесь. И эту ауру тепла и веселья каждый из участников «Пинской пешеходки» поддерживал как мог. Вот рок-музыкант решил проверить, помнят ли гости праздника нетленные хиты Виктора Цоя. Многие с первых аккордов узнавали песни и не стеснялись их подпевать. Да, группа «Крови на рукаве» с нами. Это наше детство, как говорили старшее поколение, ну а мы продолжаем как бы их историю и пытаемся вернуться к классике или продолжать тоже их историю. А это уже фольк. Инструмент у музыканта – старинная дуда, раньше очень распространенная на Полесье. Изготовил ее дударь собственными руками, сам же сочинил и музыку, играемую на пешеходке. Наша древняя музыка из глубин души. Полесская и белорусская старинная музыка. Дударь вообще должен импровизировать, он по нотам не играть, не должен играть. Я когда начинаю играть, я смотрю, что люди сразу начинают собираться. Удивляли гостей пешеходки и гастрономическими изысками, в том числе напитками, преимущественно безалкогольными. Торговец Сергей, к примеру, приготовил свой особый фестивальный сурица. Угадать все его ингредиенты сложно, но мастер подсказывает. Тебе смотри, самый интересный состав. Лист крапивы, лист смородины, лист хрена, лист мяты, чабреца. Вот здесь. Не отставали и конкуренты продавца сурицы, у которых попробовать товар можно было бесплатно, а за хороший отзыв получить и дополнительную порцию. Вкусный? Вкусный. Да, вот, замечательный квас. Нормально. Все замечательно, все отлично, все нравится. Нравится мероприятие, артистам нравится выступление. И вообще... Медовый квас, это вообще сказка. Был спрос у гостей мероприятия и на развлечения. Самые меткие уходили не с пустыми руками из этого тира. Его владелец уже четвертый год кряду организовывает свой бизнес именно в день рождения Пинска. И эту традицию собирается продолжать. Мы вообще с Гомеля к вам приехали в гости. Вот, Пинск вообще обалденный город. Очень красивые пешеходные улицы, просто супер, вот так класс. Пинчане также в восторге от появления пешеходной улицы, которая в этом году приобрела такой колорит. Ведь подобные проекты существуют в городах самых разных стран. И вот эту идею принялись реализовывать в столице Полесья. Ну, вообще нравится сама дорога очень. То, что скамеечек для отдыха, очень нравится. Я только что шла с подругой и говорила, ну, есть ли людям отдохнуть. Потому что здесь очень классное звучание, и все так здорово и круто. Это вообще очень здорово, как бы. Мы довольны, что пришли провести день города, прогуляться, и все классно. Нам все нравится. Эта идея появилась благодаря нашему мулярчику Андрею Владимировичу. Это он предложил попробовать в нашем городе вот этот проект «Пинскую пешеходку». К тому же как раз заканчивалась реконструкция улицы Ленина, которая реально стала очень красивой. И вот здесь так и просилось что-то такое, какой-то проект сделать, воплотить его в жизнь. Вот так появилась пешеходка. Если для мастеров, предпринимателей и торговцев денежная прибыль стала платой за их труды, то для творческого контингента Пинской пешеходки поощрением было внимание, признание и овации зрителей, пинчан и гостей города. Дипломами и подарками наградили различные коллективы, ремесленников, представителей искусства. Не обошли вниманием и тех, кто помогал организовывать праздник такого формата каждые выходные. В следующем году, как только позволит погода, Пинская пешеходка возобновит свою работу и вновь пригласит на Преображенную улицу Ленина творческих людей и почитателей их таланта.